сегодня по всей стране прошла апробация итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. В Чувашии в тестировании приняли участие ученики Чебоксарского лицея номер 2. Что за форма проверки знаний и как будет работать, узнали мои коллеги. Я даю вам сейчас вариант. Вы называете фамилию, имя, отчество и номер варианта. С этого учебного года итоговое собеседование является для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации ГИА. Проводится оно для определения навыков устной речи, включая 4 задания. Чтение текста вслух, пересказ, монолог по выбранной теме и диалог с экзаменатором-собеседником. Текст был не очень сложный, но сложнее было запомнить термины. Например, крекинг – расщепление нефти на бензин и керосин. Проводят собеседование 2 человека. Любой учитель, обладающий коммуникативными навыками, и эксперт, который оценивает ответы ученика по специально разработанным критериям. Уже в феврале собеседование станет обязательной для всех девятиклассников процедурой. У нас в этом году 8 девятых классов, 222 человека, обучающихся. Самый большой, наверное, вот выпуск из основной школы будет. Это устный экзамен, который является допуском к основным экзаменам. Оценки ставиться не будут, будет ставиться только зачет, не зачет. На ведение устного собеседования Минобразования России пошло не случайно. По мнению специалистов, развитие интернет-коммуникации и распространенность гаджетов привели к тому, что дети практически не пользуются устной речью и не в состоянии озвучить свои мысли. Именно поэтому во время собеседования на подготовку к каждому заданию отводится не более минуты. Для того, чтобы получить зачет, нужно набрать 10 баллов из 19. Все ребята, которые попробовали свои силы, успешно справились. Елена Гальперина, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика.